А пока что... Так, мне куда угодно. Хорошо. Хорошо. Вернее, плохо, конечно, но хорошо. Мне что в сундук, что в шоу нужно? Ой, что в сундук, что в даркрум, я хотел сказать. Какая комната. Трудная, блин. Я просто боюсь стрелять по мухам, чтобы они, не дай бог, не рассредоточились. По вот этим вот. Давайте, уродские мухи. Как мне повезло-то, а? Ненавижу эту комнату. Я обратно не понимаю, зачем такие комнаты делать на таких ранних этажах. Может быть... Judgment. Ну что ж, неплохо. Неплохо. Я, конечно, надеялся на Херофант, но... Нет, так нет. В принципе, на халяву какая мне разница. Ай! Господи, боже. Ну, не надо, игра. Ну, что ты меня лупишь-то постоянно? На халяву и хлорка творог. Вау, красные сердца, такая полезная вещь. И, конечно же, хрена там был. Хрен там пел и танцевал. Так, спамеры, go home. Нагадим в каждой комнате, обязательно. Фекалии вон аж на полметра вылетают. Черт. Ап. Что мне подсказывает, что тут босс, но не сокровищница. Черт, мне придется обратно пилить. Блин. Вау. Так, налево. Вниз. Игра любит пожестче. Это ее выбор. Не надо таки мне это навязывать. Вау! Мне надо прокомментировать, что это звездец. Хорошо. Звездец. И... Уи. Да. Это совсем не эпикак. Вообще не эпикак, ни разу. Еп, убежал.
Почему пердеж не перезаряжается? Я хочу перезаряжаемый пердеж. Это вот в какой игре еще такое можно сказать на полном серьезе? Батарейка, видимо, нужна. Так, эта шляпа должна мне дропнуть синее сердце. Все синие боссы должны дропать сердца. Так, точно. Жестко. Фух. Да, это хард режим. Там слева пентаграмма нарисована. Так. Окей. Это какая-то жесть просто. Это нахрен... Вау, жесть. Тихо. Короче, если мне дадут что-то очень хорошее, очень быстро, я просто огребу. Там собака немножко с ума сходит, все нормально. Грета проснулась. Во! Я бы тоже проснулся, если бы спал 10 часов к ряду. Я бы так же бесился, наверное. Ну да, я спал всего 7 часов. Может быть, позже. Мне нужен ключ. Мне нужен ключ, мне нужна сокровищница. Если меня еще и в сокровищницу не пустят, то... Короче, лучше, лучше не делать им этого. Не хотят. Ладно. Ладненько. Вниз. На морское, блин, дно. То для Blue Baby идеальный, бро. Конечно же, тот чувак, который меняет красные сердца на синие сердца. Это просто вам это нужно. Вы хотите этого чувака заполучить в свой забег. И я надеюсь, что он у меня появится, потому что мне не нравится вся эта ситуация. И снова не нравится. И все еще не нравится. По-прежнему чушь какая-то. Байда Авдотьевна. Ладно, игра, если хочешь, я вернусь. Я вернусь, если ты хочешь. Так, игра начинает давать что-то приемлемое. Lemon Party очень хорошая пилюля для наземных врагов, для наземных боссов даже, я бы сказал. Ну, у любого, что касается земли, у любого, что не летает, Lemon Party отнимет кучу хп. Осталось только понять, сок ли это. Хотя нет, не хочу. Не хочу даже знать, что это такое. А спидап просто неплохая пилюля. И, ну конечно. И вы выигрываете, ни хрена. Фу, вот он ключик мой заветный. Честно, я боюсь этого костра. Как сид вписать? При выборе персонажа нажимаешь таб и там выбираешь. Че, там набираешь. Фу, не дают. И денег тоже.
И денег не дают, и бомб не дают. О, вот это хороший дэмэдшап. Проптосис. В общем, слезы уменьшаются, но чем ближе к вам, тем они больше дамага наносят. Зиндл. Или дангл, возможно. Так. Стреляет. Катается. Заразная какашка. Катается. Раз, два, три. Стреляет. Запоминайте паттерн, новички. У этого босса надо запоминать паттерн. Стреляет снова. Снова выстрел. Если вы будете полагаться на свою реакцию, ну, проще говоря, не надо. Ну, можно, конечно, вы можете это делать. Так, эта шляпа даст мне дамаг. И эта шляпа даст мне, по-моему, тирсап. И синие сердца. Так что это вполне оправданный риск. Сваливаем. Я сегодня умер за артом тени Уды, потому... Потом умер за саму тень. В итоге с самого начала резнулся тенью и мог рестартить ей. Слабо представляю, о чем ты говоришь, Реджинальд? Я тень видел только один раз. Какая потрясающая комната. Вот, но... Наверное, это круто. Я предполагаю, что это круто, потому что... Если бы это было не круто, то зачем бы тебе рассказывать мне об этом? Эй, я даже подойти не успел. Да вы меня шутите. Эта комната! С этим артефактом. Может, сразу убьешь меня, игра? Чем мучиться? Если человек не умеет так делать. Ну все, хана, я проиграл. Что у нас тут? Пип. У меня практически не было шансов с самого начала. Хотя мне дали хорошие артефакты, но... Не дают самого главного, ХП. Фу. Ну давайте зайдем. Ну конечно. Блин, я еще и быстрый слишком. Конечно. Что же мне еще нужно для счастья? Взрывающиеся мобы, лужицы крови на полу. И шипы. Как можно больше шипов. Это комната, да? И это комната! Боже ты мой. Игра пытается меня не просто убить. Это похоже на изнасилование. Фу.
Я должен сбегать туда, но, блин, это суицид. Практически. Практически это суицидальное... Так куда не пойди. Если мне не дадут срочно хп, хотя бы одно сердечко. Синее, я прошу заметить. Да мне хана. Привет, Анвар. Добро пожаловать. Очень неприятный забег с очень хорошим комбо, но очень неприятный забег, потому что пол сердца. Привет, Пазл, привет, Парабеллум. Иди в ту комнату, там, где коридор. Да уже поздняк, чё. Я думаю, что я умру. Раз я пришел к боссу, я пойду к боссу. В смысле, какая мне нафиг разница, от босса уклоняться или от мобов уклоняться? Дай мне синее сердце, жадная скотина. Я просто, блин, делаю все, что могу. Если я сдохну, мне не стыдно. Ну, твою мать, это жестоко. Слава, блин, великому макаронному монстру. Поспал, блин, а ночь не прошла. Вы не проиграли, пока вы не умерли. По-моему, это даже цитата из какого-то аниме. Я не проиграл, пока я не умер. Или я не проиграл, пока я не признаю свое поражение. Что-то такое. Что-то очень пафосное. Есть мнение, что Soul Eater и Black Star. Ты какого хрена я это вспомнил? Я не знаю. Так, ну дамага у меня достаточно. Более чем просто. Да блин, ты будешь попадать или нет? Это Soul Eater классное аниме. Побольше бы таких. Фу. Син ап. Блин. Ну ладно, на хелл. Син ап, по-моему, увеличивает шанс дропа черных сердец. Возможно. Я пока... Я не гуглил, не читал. Привет, как здоровье? Нормально, Скиван. Приветствую тебя на стриме. Добро пожаловать. Так, игра только издевается сегодня. В основном нормально. Ну, я простывший всего лишь, как бы, поэтому... Не то... Немножко не то у меня, что может кто-то подумать. Простыл. Обычная осенняя простуда. Фух. Как появится бомба, коврик взорви, глядишь, на Black Market попадешь. Да я знаю, ну видишь, ни хрена не дают. Это же ключей не дают, банально. Некрополис один.
С Гавер или с Джавер или... В общем, я тебе мут запалю тату из ссылки. Если продолжишь, будем решать вопрос радикальными методами. Оставьте политоту для тех людей и тех сообществ в группах ВКонтакте, там, где это обсуждается. Не надо приходить на стрим по какой-то игре и искать здесь поддержки своей политической позиции, какой бы, блин, она ни была. У нас здесь про Айзека, Бугурту, веселье. У меня сейчас минус 35, и ты говоришь осень. Знаешь, лучше бы у нас уже началась нормальная зима, в том числе календарная, и кончилась поскорее. Осень, я имею в виду, что сырость, вот эта вот гадость такая на улице. Простываешь просто быстро. Вот и все. Я понимаю, что человек, у которого минус 35, не удивить этим, но... Мало приятного просто. Я ж на погоду не жалуюсь, я просто говорю, что это мерзко и все. А так мне что лето, что осень, что зима... Весна, какая мне нафиг разница? Я могу это изменить? Нет. У меня есть одежда? Есть. Ну и все, значит все нормально. Фу. Mask of Infamy. Не чемпионская. И маска здесь, если кто-то в первую часть играл, знают, что у меня припекало каждый раз от маски. Здесь маска нормальная. Она и на бомбы натыкается, и хп у нее есть. Она, ну, в смысле, она показана. Отображается. И вообще все замечательно. Роба не дает никаких увеличенных шансов, она просто дает 3 черных сердца. Там написано Sin Up. Это что-то должно значить, по-моему. Или это, или я что-то путаю. Мне нужны расходники, мне нужны ключи, бомбы, монеты. Блин, я даже муху почти не вижу. Она на черном фоне просто сливается. Это такое белое пятнышко. Тихо. Спокойно. О, кстати, прикольный эффект был бы. Для слез. А, кто играл в NES игры, тот помнит, что там в некоторых игрушках... Ну, может, не замечали, да, но поймете, о чем речь идет. На экране может находиться, например, максимум 3 прожектайла. А, то есть, скорострельность у вас может быть дикая, да? Но на экране может быть только 3 снаряда ваших. А, но если вы подойдете к врагу в упор, да, и будете просто вот так вот стрелять, естественно, там, мечи, слезы, там, не знаю, пульки, они будут пропадать быстро. И персонаж стреляет просто с запредельной скоростью. Вот прикольно было бы, если бы что-то давало такой эффект здесь. Не знаю, удобно ли было бы и использовал бы я это, но эффект был бы прикольный. Сейчас, секунду. Привет, Айчеста Белатория, привет, Скайуолкер, добро пожаловать. Синап, син грех, так что 3 черных сердца это все. Ну да и ладно. 3 сердца так 3 сердца. Я потратил 3 сердца и получил 3 сердца вполне. Не, не хочу. Так, здесь нет секретки, и там тоже нет секретки. Mm.
Здесь. Ноуп. Ну и ладно. Давайте отправимся на следующий уровень, потому что мне что-то уже как-то стремно тут бродить. Новый уровень, новая сокровищница, новые ништяки. Поехали. Я получил 3 сердца и обалденную накидку. Ну все, это того стоило определенно. О нет. Айзек, Team Fortress Edition. Симулятор шапочек. Привет, некромант. Добро пожаловать. Так, всего лишь было 4 руки. Это хорошо. Так, ограничение на количество выстрелов в фичи из старых консольных приставок. С помощью этого можно было на скилл проходить игру Space Invaders. Я думаю, на скилл можно было проходить многие игры тогда. Это самая убогая из комнат, которая могла мне попасться. Без полета, без ничего. Я практически сейчас был обречен на урон. Ау. Плохо. Про боб? А нафига мне боб юзать? Для этого мне надо поближе к мобам подойти. Он, конечно, дамага нанесет, но я не хочу рисковать. И дамаг он нанесет. Так себе. Средненько весьма. Мне гораздо быстрее слезами ему урон нанести, чем бобом пытаться. Удвоится. Да. Просто OP комбо, но нет хп. Классика, блин. Классика. Фу. Как там это говорится? Блин, потный забег. Весьма потный. И ура. Целое синее сердце. Да, игра сегодня жадная. В этом забеге. В предыдущем дэмэджа тоже надавала. Босс. Воу. Так, это у нас полароид и... Фу, рискованно знаю, да, но... Мне хп не дают. Придется рисковать. Просто, блин, придется. Блин, я ни черта не вижу из-за выстрелов и из-за того, что быстро перемещаюсь. Еще и здоровье свое не вижу. У меня 3 хп. Сатанинская Библия дает черное сердце, как Book of Revelations, но только про черные сердца. Да, дамаг, конечно, космический. Фу, ну и что? Да и ничего. Ну ладно. Неприятный красный цвет. Да, мне, кстати, не нравится в этом уровне даже не сам уровень, а вот эта вот красная дымка.
весьма такого... Даже не, она даже не неприятного цвета, она просто глаза насилует. Так. Фух. Сердца никуда не пропали, это проклятие неизвестности. Когда у вас проклятие неизвестности, вы не видите свое здоровье. Ай, я слегка не понимаю, как ему попадать по заднице. А, во. Фокса. Блин, ну какого? А, босс немножко кривовато сделан. Так, это у нас HP, Tears Up, Shot, Speed Down. Вполне. Нахрен. Дальше. Не могу со скартом хп бегать. Ник, собирал ли ты когда-то полностью мидбой? Нет, это последняя ачивка из видимых, которая мне осталась. И под видимыми я имею в виду в Стиме. То есть там есть секретные ачивки, очень, очень много. И вот... есть секретные, есть обычные. Из обычных мне остался только мидбой. Игра дает мне мобов, с которыми у меня проблемы. Это плохо. Ну-ка. Ну нет! Ах, ты ж стерлядь поганая. Чувство, когда много дамага, но, блин, толку от этого. Как баклажана в ломбарде, как обычно. Все-таки лучше меньше дамага, но больше хп. Range down, вообще прекрасно. Он у меня и так был никакой, а теперь вообще никакой. Теперь еще больше никакой. Фу-фу-фу-фу-фу. Ай! Писец, ребятки. Писец мне. Ай, ну блин, ну... Я нахрен отказываюсь, блин, признавать свое поражение, когда... в харю просто... Даже не в харю, в спину прилетает моментальный дамаг от этих мобов. Если они это не исправят, я буду просто гнобить Эдмунда всю свою жизнь. Буду позорить до конечной остановки. Потому что, ну, нельзя так программировать мобов, чтобы они у вас за спину сначала телепортировались, а потом еще и стреляли вам в спину. Причем в ту же секунду. Челлендж, челлендж, как бы. Челлендж рознь, конечно. Есть разница между челленджем и гребаной невозможностью. Как говорил классик. Деньги-то мне зачем? Видимо, затем же, зачем и шипы.
Что за пилюля? Speed up. Ну, Хенли. Че, мне хуже будет, что ли, от этого? Не, если я сдохну, то я сдохну. Firefox, потому что это все еще писец. Только с половинкой сердца я был как бы в Caves. А сейчас я на гребаном боссе. Одном из самых сложных, блин, в этой игре. Что я не того нажал. Учитывая, что я еще ни хрена не вижу. Из-за собственных же прожектайлов. Dead boy. Up. Собор. Я могу. У меня есть шанс, но... Погоняй Сидом Браун Снейк. Спойлер. Проспойлерили еще на... этом самом. А, еще до релиза. Я знаю, что он делает. Там совсем не про змеек. Если кто-то вдруг не понял. Черт. Ну нет. Мега Фетти, один из худших боссов. Один из самых шустрых боссов, наверное. Фу, секунду, ребят. Буквально на секунду вы отойду. Окей, я тут. 48 монет. Карта, во-первых, удваивающая монета, по-моему, была. И у меня золотой слиток. Если я касаюсь моба, он превращается в золотого моба. Если его в этот момент убить, то он дропает монеты после смерти. Ребята, не забываем голосовать за третий забег. Напоминаю, что на этом стриме зрители выбирают персонажа. Ядовитая муха, которая оставляет после себя ядовитый след. Куда хуже. Пона мать. Не телепортируйся мне за спину. 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 Не телепортируйся, пожалуйста, мне за спину, ради всего святого, спасибо. Даже у кобальта с этим проблема. Чё там я? У кобальта, вот если у кобальта в игре с чем-то проблема, то это реально проблема. В данном случае проблемы вполне себе, с которыми ты ничего сделать не можешь. Are you wizard? Конечно. Я мазал фазл виза. Ждем, потому что вот так идти это. Никогда не ходите с таким эффектом. Отвратительно. Эден. Эден и Уда. Давайте, ребят, заходите, голосуйте там. Ссылочка. От меня, от Андрея Ф.
Ну, хоть бомбу вернули. Ну нет. Я знаю, что это сам вбежал, но я как-то не рассчитывал, что он так коняшку выстреливает теперь. Нет. Проклятие лабиринта еще так куча. Куча, блин. Evil Up. Больше черных сердец. Evil Up повышает шанс дропа черных сердец. Ну, вместо красных, я полагаю. Найди магазин и купи там, если будут батарейки, набери хп. Это мне сейчас было предложение. Магазин в соборе за вопроса? Круто. Привет, Козвадик. Даже если бы тут был гребаный магазин, от этого толку было бы ровно ни хрена. Ну, разве что одно синее сердце. Это может быть, да. Так, тут не заблокировал. А! Твою медь, а! Твою медь! Не... Что ты делаешь, игра? Боже, она меня просто по всему уровню. Так, тут не заблокировано. И внизу... Так, а внизу нет. А, ну да, ищу секретку без бомб. Гений. Просто мой IQ выше. Просто мой ICQ выше среднего, вот и все. Че со мной не поздоровался? Привет, Рэдди. Я просто, типа, сосредоточен на игре, тут полная задница. Все такое, поэтому не всех вижу. Иногда приходится на игре сосредотачиваться, когда у тебя 5 сердец, а ты в соборе. Кто-нибудь скажет, зачем мне вот эти вот монеты все нужны, а? Игра. Ты вообще понимаешь, что ты даешь? Фух. Фу ты, боже мой. Это я проходил. Вот это слезы. Да, Майл23, приветствую. Слезы хорошие. Стомпи, Лео.
Ну что, поехали. Так, что у меня там за проклятие, кстати? Нет проклятия, отлично просто. Все челленджи прошел, ребята, все. Фу, ребята, да. Я аж напрягся, блин. Боже. Мадагаскар 3, отстой. Первые две хорошие, третья уже так себе. Что Лео делает? Да ничего полезного, камни топчет. И все. Оу. Ну да, у меня мой дэмэдж, конечно, королевский просто. Царский дамаг. А вот управлять стиком неудобно. Так. Мать твою за... Хе-хе, прикольно. Так, а у меня где-нибудь... А у меня нигде нет артефактов, которые можно реролить. Ой. Как его скукожило. Я нашел скукоживатель мобов, ребят. Простите, раскукожить обратно не могу. Ну, артефакт-то хоть дашь, игра? Хоть один. Так, ладно, с коняшкой сейчас. Что, кто? Не похож на Хайзенберга в пятом сезоне? Не похож. Оу, ес. Черное сердце. Так. Ха-ха-ха.
Боже! Оу, ес! Фейт открыто! Замечательно просто! Затащено! В полном смысле слова.